Человек в среднем совершает более 5000 шагов в день. Но мало кто знает, какой именно шаг ведет к неизбежной опасности. Как не допустить такую ситуацию и что все-таки делать, если вы в нее попали? Премьера нового проекта на Первом городском телеканале «Последний шаг». Как уберечь себя и своих близких? Какие действия могут спасти вашу жизнь? Что делать, когда счет идет на секунды? Меры безопасности, приемы и правила поведения в чрезвычайных ситуациях смотрите в проекте «Последний шаг». Каждое воскресенье в 20:30 с повтором в 22:30. И пусть ваш крайний шаг никогда не станет шагом последним.